В субботу на ТВ Рус. На первый взгляд кажется, что его жизнь – пример благополучия. И он ходил на вокзал, и на вокзале слушал радиоколокольчик. И вот по колокольчику, когда играли там какие-то музыки, он учился основным принципам композиции. Его песни пела вся страна. Именно его музыка впервые на советских станциях прозвучала на околоземной орбите. Музыка Шварцевич, она ложится не под материал, приподнимая его. Она ложится сверху материала и подтягивает его, и делается главной. С ним работали самые выдающиеся театральные и кинорежиссеры. Мелодический комментарий к фильму необыкновенно умного человека. Но на самом деле жизнь этого величайшего мастера была полна трагедий, потерь и разочарований. Гениальный отшельник. Вечная музыка Шварца. В субботу на ТВ Русь.